точно не скажешь, но давненько когда-то, еще в староглиняные времена, в одной пластилиновой местности. Жил-то был орел-мужчина. Прошу знакомиться, моя половина. Как-то под Новый год она послала... А иди-ка застрой материалами. Успослала так послала. А то говорит, что это за Новый год, да в старом доме. Ну что ты тут лазишь? Что ты себя примеряешься? Маловато, понимаешь? Маловато будет. И это другое дело. Тогда вот тебе. Вот это мой размерчик. Тебе, наверное, хоромы нужно. Во! Или во! Маловато, говорю! Маловато будет! А палаты белокаменные не желаете? Или дом, полная чаша. Надёжно. Добротно. Хорошо. У вас все дома? А? Ты глянь. Трубы. А это что? Метлизы. Сетка. Задвижки. Красиво. Душевно. Затворы. Вентиля. Инструменты. Инвентарь. Тонкая, однако, работа. Уголок. Швеллер. Арматура. У-ху! Все для стройки. Ой, руки твои загребущие. Ох, протек, огромина. Боярином стану. Мы бояре, народ работятий. Такая уж у нас боярская доля. Я и в цари записаться могу. Да. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого? Так я первый буду. Ага, хоромина. О, хоромина. Ну, дворец. Ну, хорош. С лебедями. С чучелами. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю.
построили! Наконец построили! Ура! Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!